хоккей играют настоящие мужчины. Это доказывают спортсмены команд Северодвинска и Поморья «Витязь» из Коряжмы. Хоккеисты скрестили клюшки. Спортсмены без боя не сдаются. Шайба летит от одних ворот к другим. Напряженный момент, и вот он, долгожданный гол. Трибуны ликуют. Коряжемцы болеют не только за конкретных спортсменов и команды, но и за красивый хоккей. Поддержать внука хоккеиста команды «Витязь» пришел Николай Зверев. Он большой любитель этого, пожалуй, самого мужского вида спорта. Да, у меня внук играет. Зверев. Я Алексей. Как он, по-вашему, играет? Ну, он нормально играет. Вчера играл хорошо. И как что-нибудь играть? Видим будет. Посмотрим. Спеши с внуком смотреть все. В третьем периоде коряжемский «Витязь» несколько раз контратаковал северодвинцев, но счет на табло все равно не в пользу хозяев – 5-3. Северодвинцы, в свою очередь, тоже усилили атаки. Гости демонстрируют скорость, делают точные передачи, меткий бросок и шайба в воротах «Витязей». В ходе зрелищной борьбы победу одержала команда Северодвинска. Коряжемцы уступили мастерству соперников со счетом 6-3. Лучшим игроком этого матча из команды «Витязь» стал хоккеист под номером 74 Алексей Зверев. Из конкурентов Даниил Попов, номер 91. Самые лучшие игроки собрались из нашего города и приехали на этот турнир. Все соперники достойные, все играют хорошо, но в сегодняшнем матче во втором мы оказались сильнее. Коряжемских болельщиков, конечно, проигрыш команды огорчил, но они высказали надежду, что усиленные тренировки на новой арене принесут свои плоды уже в ближайшем будущем. Играю сам также за команду «Химик». Пришел посмотреть на парней, поддержать их. Эмоции, конечно, зашкаливали, когда парни там было 2-2 счет, потом в моменте 3-2 счет, и немножко не хватило им. Это очередной матч Кубка Поморья. На льду команды «Химик», «Коряжма» и «Улка» Устьянский округ. В основном все движение сосредоточено у ворот хозяев. Счет болельщиков не радует уже с первых минут встречи. Интересная игра, динамичная, но, блин, наши проигрывают. Очень жалко. Мы болеем обязательно. Будем болеть за нас. Спортсмены «Химика» уступают соперникам из Устьян и в скорости, и в мастерстве. Несмотря на усталость и напряженность матча, на последних минутах коряжемские хоккеисты все же смогли забить долгожданный гол. Не зря этот вид спорта называют мужественным, ведь трус не играет в хоккей. Эмоции переполняют спортсменов. Этот матч закончился с разгромным счетом в пользу УЛК. Спортсмены пожимают друг другу руки и желают дальнейших побед. Все, приехали получить удовольствие, показать уровень свой, подготовиться к дальнейшим соревнованиям. Ну, достойные соперники, всех уважаем, играем, все борются, составляют конкуренцию, молодцы. На Илим-арене это первые соревнования и сразу регионального масштаба. Турнир на Кубок Поморья по хоккею среди мужских команд собрал 5 сильнейших сборных Архангельской области. Мы этот турнир сделаем ежегодно. Он будет начинать наш спортивный сезон среди взрослых команд Архангельской области. И вчера вот вечером играли два матча, да, и «Химик», и «Витязь» Поморья, более молодые ребята из Коряжмы. Я видел на трибунах, мест свободных не было. Поэтому 200 мест посадочных – это очень мало даже для Коряжмы. По итогам трехдневных игр чемпионами турнира стала команда УЛК. Кубок Поморья уехал в Устьяны. На втором месте спортсмены из Архангельска, команда «Ледокол». Третьими стали северодвинцы. Из коряжемцев поощрили Савелия Буякова. Он признан лучшим вратарем турнира.